Привет, друзья! Сегодня мы станем свидетелями волнующей гонки с интересными участниками. Оу, смотрите, это Шустрик, гоночный автомобиль. А вот и два его соперника – бульдозеры. Они часто гоняются друг с другом. Привет, Шустрик, как ты? Готов к заезду? Прекрасно, но сначала давай направимся в гараж, чтобы как следует подготовиться к гонке. А вот и Роб. Привет, как дела? Роб – механик. И сейчас он подберет тебе нужное снаряжение для гонки. Для начала снимем шины и поставим новые. Затем сзади мы установим антикрыло. С ним Шустрик будет ехать быстрее. И, наконец, заменим двигатель на более мощный. Отлично, Шустрик. Ну что, ты готов к гонке? Хорошо, тогда вперед! А вот и трасса. Сегодняшний заезд будет захватывающим. Трое участников уже на стартовой позиции. Замерли в ожидании сигнала к началу гонки. 3, 2, 1. Поехали! И они помчались. Шустрик, поднажми! Давай, Шустрик, ты догоняешь их! Осторожно! Трасса в этом месте вся усыпана камнями! Молодец, Шустрик, ты справился! А вот один из бульдозеров сходит с трассы. Два гонщика идут прямо друг за другом. Просто невероятная гонка! Участники мчатся очень быстро. Смотрите, впереди длинный мост, но, похоже, он недостаточно широкий для двух машин одновременно. Кто же первым въедет на мост? Ого, Шустрик обошел бульдозера! Глядите, они оба уже на мосту! Да, Шустрик побеждает в гонке. Отлично, Шустрик, ты на первом месте. Подписывайтесь, друзья. Эй, Шустрик, чем занимался? Немного вздремнул? Неплохая идея, ведь тебе сегодня придется гоняться с вездеходами по извилистой трассе в джунглях. Да, твои соперники созданы для экстремального бездорожья. Но мы тебя быстро снарядим для состязания с ними. Давай посмотрим, что есть у Роба на сегодня.
Новые большие колеса и мощные амортизаторы помогут тебе на ухабистой трассе. Но тебе придется внимательно следить за обзором и держать фары включенными. Итак, гонка сейчас начнется. 3, 2, 1. Вперед! Давай, шустрик, поднажми! Сегодня очень напряженная гонка. Шустрик, удастся ли тебе обогнать черный внедорожник? Аккуратней, здесь опасный проезд. Оу, у нас инцидент на трассе. И, похоже, черный участник выбывает. Шустрик пользуется преимуществом и вырывается вперед. Поздравляем тебя, Шустрик! Ты прошел непростую трассу и финишировал первым. Это была потрясающая гонка. Скоро увидимся, друзья. Подписывайтесь. Привет, друзья. Сегодня у нас гонка между разными машинами, где каждая быстрее другой. Вот красный автомобиль. Это Шустрик. Он гонщик. А вот и два его соперника. Они всегда любили гоняться друг с другом. Привет, Шустрик! Как дела? Готов ли ты к заезду? Отлично! Давай-ка отправимся в гараж. Смотрите, это механик Роб. Он поможет нам подготовиться к гонке. Привет, Роб! Что у нас сегодня? Хорошо, давайте начнем с таблички с именем участника. Шустрик. Поставим турбокнопку, чтобы ехать быстрее. И новые колеса для лучшего сцепления с дорогой. Готов, Шустрик? А вот и Джо, автомобильный перевозчик. Шустрик, загружаемся. Отлично! Джо доставит всех к стартовой позиции. We'll be right back.
Вот и гоночная трасса. Все три участника стоят на стартовой позиции и ждут сигнала. 3, 2, 1, старт! Гонка началась! Вперед, Шустрик! Отлично, Шустрик! Ты почти сравнялся с ними! Внимание, впереди бугры! А вот и большой разворот. Держитесь! Ура, Шустрик, ты обошел одного из них! Машинки стремительно въезжают в тоннель, и нам ничего не видно. Два участника пересекают финишную черту, но мы видим, что Шустрик победитель. Давайте вспомним ключевые моменты этой сумасшедшей гонки. Ну вот и все. Увидимся снова в Гонкограде, друзья! Подписывайтесь! Привет, Шустрик! Что у нас нового сегодня? Готов к гонке? Сегодня твои соперники — два небольших космических корабля. Но сначала мы должны как следует подготовить тебя к соревнованиям. А вот и механик Роб. Он как раз и поможет нам в этом. Сначала установим новую силовую установку. Поставим спойлеры. С ними Шустрик будет двигаться быстрее. Затем снимем колеса, установим заглушки и к ним потом прикрепим крылья. И установим сами крылья. Первое, второе, третье и четвертое. Отлично выглядишь, Шустрик! Ну что, готов к гонке? Вот эта трасса, друзья! Похоже, будет захватывающая гонка! Трое участников уже на старте. Шустрик, жди сигнала! 3, 2, 1... Помчали!
Отлично, Шустрик, ты нагоняешь их! Глядите, впереди камнепад! Осторожно, Шустрик! Отлично справился! Впечатляющий маневр, Шустрик! Впереди петля. Да, Шустрик вырывается вперед. До финиша осталось совсем чуть-чуть. Наконец, Шустрик пересекает финишную черту первым и побеждает в гонке. Молодец, Шустрик! Скоро увидимся снова, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Привет, друзья! Добро пожаловать в Гонкоград! Сегодня нас ждет состязание между разными быстрыми машинками. Красный гоночный автомобиль – это Шустрик. А вот и его соперники – два монстр-трака. Глядите, какие они большие! Эй, Шустрик, как дела? Скоро гонка, не так ли? Давай-ка наведаемся в гараж, как следует подготовимся к заезду. Нужно немного принарядиться. Ну вот мы и в гараже. Здесь у нас разные аксессуары. Оу, а вот и механик, Роб. Привет, Роб. Он и поможет нам подготовить Шустрика к заезду. Что же у него на уме? Начнем с установки стабилизатора сзади. Роб устанавливает Шустрику супермощную выхлопную трубу и турбонаддув. А также наклейку с номером участника. Спасибо тебе, Роб! И вот Шустрик готов состязаться с двумя монстр-траками. Участники подъезжают к стартовой черте. Может разразиться нешуточная борьба. Все машины очень сосредоточены. Они уже на старте. Напряжение растет. 3, 2, 1. Поехали! Они помчались. Монстр-траки стартовали раньше Шустрика. Ему нужно будет хорошенько потрудиться, чтобы нагнать их. Монстр-траки идут друг за другом, но Шустрик потихоньку догоняет их. Он отлично вписывается в повороты и полон решимости наверстать упущенное. И вот он уже позади первого монстр-трака. Соперники почти сравнялись. Вот это да! Монстр-трак, засмотревшись на Шустрика, прозевал поворот, вылетел с трассы, и теперь он снят с гонки. Но может ли Шустрик догнать второго соперника? Смотрите, впереди петля. И монстр-трак с легкостью ее проходит. Сможет ли Шустрик преодолеть ее? Да, отличная работа! И вот уже почти конец трассы, а монстр-трак все еще впереди. Монстр-трак едет прямо, но Шустрик решил воспользоваться горкой.
И глядите, он включил турбонаддув. Невероятно! Шустрик обгоняет монстр-трака и пересекает финишную черту первым. Ну вот и все. Честь и хвала всем участникам, и особенно Шустрику, ведь он сегодня победитель. До встречи на новых заездах в Гонкограде, друзья! Подписывайтесь! Привет, друзья! Сегодня нас ждет невероятная гонка среди космических кораблей в долине полной опасностей. О, смотрите, это Шустрик, гоночный автомобиль. А вот и два его соперника. Нашему герою будет непросто. Привет, Шустрик! Как дела? Готов к гонке? Класс! Но сначала давай-ка наведаемся в гараж. Вот и механик Роб. Как ты, Роб? Поможешь Шустрику подготовиться к заезду? Для начала уберем колеса и поставим Шустрика на антигравитационную платформу, чтобы он мог летать. И, конечно, установим два двигателя спереди. А также один большой двигатель сзади. И, конечно, добавим турбоускоритель. Теперь Шустрик готов к гонке. И наши участники направляются к точке старта. А вот и трасса. Гонка будет потрясающей. Все трое соперников уже на старте и ждут сигнала к началу заезда. Три, два, один, старт! И вот они уже мчатся. Шустрик идет позади, но быстро набирает темп. Желтый космический корабль первый, но остальные соперники довольно близко. Они уже возле скалы. Осторожно, впереди узкий проем. Вот это да! Шустрик столкнулся с одним из участников. И похоже, что теперь гонка окончена для синего звездолета. Оставшиеся два соперника проходят сквозь узкую пещеру. Аккуратней на уступах. Ну вот и финальный этап гонки – темный туннель. Желтый участник, преследуемый Шустриком, устремляется внутрь. Соперники очень близко друг от друга. Шустрик сокращает дистанцию и проходит туннель первым. Финиш очень близко, но останется ли он на лидирующей позиции до самого конца? И Шустрик пересекает финишную черту первым. Фантастика! Увидимся снова на еще одной захватывающей гонке. Подписывайтесь!
Привет, друзья! Сегодня нас ждет захватывающая гонка с Шустриком и его друзьями по горам. Это Шустрик, гоночный автомобиль. А это два его соперника – снегоочиститель и снежный монстр-трак. Соревнование будет непростым. Привет, Шустрик! Как твои дела? Готов к заезду? Класс! Но сначала мы отправимся в гараж. Это механик Роб. Что нового, Роб? Поможешь нам снарядить Шустрика к гонке? Отлично! Вначале уберем колеса. Также заменим низ автомобиля, чтобы установить гусеницы. И Шустрик сможет гонять по снегу. Прекрасная работа, Роб! Шустрик, там снаружи ты можешь простудиться. Нужно тебя утеплить. Эти наушники отлично тебе идут. Теперь ты готов к заезду. А вот и трасса. Трое участников уже на стартовой позиции и ждут сигнала к началу гонки. 3, 2, 1... Старт! Они помчались! Аккуратней, деревья вокруг! Ух ты! Неплохо, Шустрик! Давай, Шустрик! Шустрик, осторожней на замерзшем озере, там очень скользко. И снегоочиститель сходит с трассы. Какая захватывающая гонка! Впереди петля. Отлично справился, Шустрик. Аккуратней, заносы на трассе. Но, похоже, Шустрик справляется с управлением и вырывается вперед. Отлично! Шустрик приходит первым. Великолепная гонка! Ребята, скоро увидимся снова на новых соревнованиях. Подписывайтесь на наш канал.